Снег, холод, пасмурное небо. 8 марта погода саровчанок не радовала. Тем не менее, праздничное настроение прекрасным дамам помогали создавать сотрудники госавтоинспекции. На площади Ленина они провели свою традиционную акцию и вручили автомобилисткам такие замечательные розы. Вместо привычной ожидаемой фразы в ваши документы в этот день прекрасных дам ждали цветы и теплые пожелания. Я поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Самого-самого вам всего наилучшего, здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях. Ну и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла на наших саровских дорогах. Акция «Цветы для автоледи» ежегодно проходит 8 марта по всей стране. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, за рулем которых находятся женщины, поздравляют их и дарят им цветы. В этом году в Сарове акция продлилась более получаса, потому что в роли водителей выступали в основном мужчины. Ну, обычно 8 марта, да. Что нельзя сказать о других праздниках, но вот сегодня, конечно, дам было меньше, меньшее количество. Видимо, мужчины отодвинули их от руля, поехали за подарками, кто-то за цветами, кто-то за закуской на праздничный стол. Также сотрудники госавтоинспекции напомнили автоледи о необходимости быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах, пользоваться удерживающими устройствами, если в машине ездит ребенок. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.